приборы учета потребления тепла и электроэнергии, расчет расхода воды, энергосберегающие лампочки и солнечные батареи – это далеко не весь перечень того, с чем ребята смогли познакомиться в ходе игры ЖЭКа. Детям кажется, что такие серьезные вещи, как ЖКХ, это скучно и неинтересно, но их изучение в формате онлайн-игры сразу становится простым и доступным. Ребята из всех лагерей соберутся в компьютерных классах Артековской школы, чтобы принять участие в чемпионате по социальной онлайн-игре ЖЭКа, разработанной государственной корпорацией Фондом содействия реформированию ЖКХ. В прошлом году дети в ходе игры улучшали условия квартиры. На этот раз им предстоит пройти второй уровень – управлять целым виртуальным домом и придомовой территорией. Вот эта игра позволяет экономить коммунальные платежи родителей, а также больше узнать об этой сфере. Кто знает, может быть, кто-то придет работать в эту отрасль. И хоть сама игра не лимитирована по времени, у артековцев есть ровно 30 минут на то, чтобы сократить расходы на коммунальные платежи жильцов среднестатистического дома и набрать как можно больше баллов. Их количество зависит от правильных ответов на вопросы викторины, результатов мини-игр и просто быстрой реакции ребят. Победители этого этапа будут известны уже сегодня, а завтра награждены. Она не только развлекательна, но и адаптирована к реалиям современного жилищно-коммунального хозяйства. Игра ЖЭКа учит молодежь ответственному отношению к своему жилищу, экономии финансовых и природных ресурсов. Эти навыки, безусловно, пригодятся им в дальнейшем. Анна Серебренникова, Алла Барощук, Даниил Шулико, Александр Скоробогатов, Артек.